Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, заберем наши награды потихонечку все. Так, понятно, это инженер. Это пересмешница. Ваш альянс уничтожил противника оружейные. Это хорошо, что уничтожил. Так, что у нас тут? Боевой пропуск, 13 сезон. Симбионт космических пространств. Испытание Зеленого Гоблина. Налет Психопат. Красные звезды Гвином. Все, да? Тогда награды заберем. И все. И это все, что мне было доступно. Так, налет Психопат. Ага, значит, я так понимаю, ребят, а здесь будет Веном, да? Хорошо. Мне, как говорится, лишняя ДНК не помешает, ребят. Поэтому сейчас быстренько отсимулируем. Надо будет посмотреть. Может быть, даже это событие сейчас пройду полностью. Все зависит от того, сколько я получу капсул. Так, получить. Это не Веном, это Карнейдж у нас. Веном у нас немножко другой. Это Карнейдж со своими хреновинами, щупальцами и тому подобное. Так. Ежедневки. Так, налет. Этапы. Так, по испытанкам заберем, наверное, все здесь. Так, давай это заберем. И последнее. Ну, естественно, все на автопобедах. Так, друзья мои, сегодня открываем двух персонажей. Естественно, накопил. Так, это я, наверное, пока не буду открывать. Ни к чему это мне. Так, боевой пропуск. Угу. 50 капсул. А, новый сезон начался. Все, я пол 13-й. Значит, здесь будет у нас Фордж, кузнец, разыгрываться. Окей. Так, ежедневки тогда забираем. 88 уровень у меня же, друзья, если вы заметили. Ну что, начнем. Купить припасы 3 раза. Поехали. Так, возьмем здесь. Возьмем здесь. Так, что у нас еще? Вот это возьмем. Давай вот это возьмем. 24 штуки всего лишь. Естественно, это мало. Так, возьмем вот их. Баночки. Ну и пока все. Так, сферы. Так, каратель, 25 карточек. Ну, нормально, 25 карточек. Носорог 15. Ну, носорога, ребята, мы... А что мы носорога? Мы носорога, по-моему, не прокачали полностью. Так, это у нас барон. Нет, носорог у нас полностью, ребят, прокачан, поэтому... Естественно, обмениваем. Так, сферы. Поехали открывать. Так, муравей. Забыл, как ее звать. Чудовище. Огнеплюй. Это я так. Понятно. Космическая девочка и Спайдермен. Кстати, подожди, у нас по припасам 1200, поэтому я сейчас приобретать буду. Сделаем так и вот так вот. Ну, решил я Майлза, ребят, прокачать. Не знаю зачем, но думаю, что пускай будет. 1400, да? Так, 1500 очков. Возьмем здесь. Крик, ну не знаю, Хеймдаля возьму.
и ведьму. Здесь вроде бы как все. Это я, друзья мои, обычно всегда скупаю. Если позволяют, конечно, кредиты, то лучше скупать. Если нет, то, ребят, то лучше не заморачиваться. Но это и за 8 прокачивается. Я думаю, уже многие поняли. Дорогие, 20 штук. Одна стоит 20 штук. Так, ну и здесь играем. Ну что, пойдем теперь открывать наших бойцов новых. Сейчас я еще вклад сделаю. Здесь заберем. И вот здесь. Так, технологии Старка. Прокачиваю, как всегда, мутантов, ребята. 230. Давай так вот концентрацию. Ну все здесь вроде бы. Так, погнали. Из персонажей у нас, ребята, два. Первый — это Капитан Америка. Прошедший на смену Капитану Америки Сэм Уилсон использует свой легендарный щит, чтобы защитить от и воодушевить остальных. Дает бонусы союзникам из Мстителей и команды навыков. Вот такой вот он. Вербовка всего лишь 1000. Обходится мне. Угу. Так, первая способность у него, ребята, это удар щитом. Наносит огромный... наносит основной цели 100% урона и с шанса 50% снимает один положительный эффект. Затем проводит бонусную атаку, нанося еще 40% урона. Дает один заряд отражения, максимум 5 зарядов. А это у нас звезды и полосы. Дает провокацию на один ход, дает один заряд отражения и один заряд контратаки, максимум зарядов 5. Накладывает усиление защиты на всех союзников. Накладывает ускорение на всех союзников из Мстителей и союзников с особенностью навык. Дает одну единицу энергии способностей одному случайному непризванному союзнику. Дает одну единицу энергии... дает одну единицу энергии способностей одному непризванному союзнику со способностью навык. С шансом 25% призывает на помощь одного непризванного союзника с особенностью навык. Вот замудрили-то. Ну, вот такое, короче, ребята. И это Фордж, кузнец. Фордж использует свой дар мутанта, чтобы сделать невозможное возможным. И создает удивительные изобретения, усиливает его союзников из людей X. Ну, этот подороже стоит 20 тысяч. Так, ну что, рукотворный выстрел у него первое. Наносит основной цели 100% урона и с шансом 25% накладывает отражение и регенерацию на двух союзников из людей X с наибольшими потерями здоровья или на этого персонажа. И избиение и обстрел. Наносит основной цели 160% урона и копирует один положительный эффект, кроме провокации. Также атакует одну ближайшую цель, нанося 160% урона и копирует один положительный эффект, кроме провокации. Распространяет до двух положительных эффектов, кроме провокации, с персонажа на всех союзников из людей X. Если есть готовность, накладывает на всех союзников из людей X и на этого персонажа иммунитет, а затем теряет один заряд готовности. Такой, ребята, баффер неплохой, я скажу. Выходит из него, да? Распространяет положительные эффекты. То есть, ну, круто. Так, и плюс у нас еще два достижения. Допустим. Так, ежедневную цель забрали. Так, что у нас там? Этапы, два этапа. Ну, давай забирать фикси. Забираем здесь. И забираем здесь. Так, а здесь-то что нужно сделать, чтобы получить этого симбиота? Так, зеленый гоблин. Что для этого? Все, я понял.
Это я буду, ребят, уже потом проходить за кадром. А здесь что? Чтобы зарабатывать очки на 7-дневном событии, собирай фрагменты сфер, ага, симбионтов. Вроде бы легко, как я не знаю что, но на самом деле нет. Так, мне еще надо будет сейчас... Кого у нас тут на прокачку? Зеленого гоблина? Ну, давай попробуем найти на зеленого гоблина эти осколки. Нормально, 12. Так, дальше Танос. Так, Танос перешел за 200, да? То есть, соответственно, он повысит себе новый ранг. 6-я звезда у него. Прекрасно. Так, секунду, сейчас. Не знаю, Карнейджа, может быть, прокачать? А сколько тут? 70 уровень, а мы ему какой? 68. Блин, дорогущий парень, я тебе скажу. Так, Кейбла, да, наверное, найдем. Потихоньку начинаю, ребята, качать старую гвардию, потому что они нужны для выполнения определенных заданий. Тут всего 4. Так, и нам надо еще потратить энергию. Так, давай, наверное, здесь, потому что этого зеленого надо уже давно приводить его на ИЗа 8 синюю. Ать, ну ладно, давай потратим. Так уж и быть. Не дали. Так, ежедневки 3 сразу же выполнили. Раз, два, три. Получить все. Тут в основном идет на сферы. Здесь на кредиты 50. 50 там тысячами нужно обслуживать, а они мне 50 дали. Блин, трэш. Смех, просто смех. 5 капсул. Как будто издевается, вот, серьезно тебе говорю. Так, что еще? В налете 115 у меня капсул. Мало, если честно. Но их все равно, ребята, можно, ну, прожать. Так скажем, все полностью заюзать. Давай ищем мне нового соперника. Ну. Вот так вот. Сколько наград? 3. Забегаем в магазин и смотрим, что у нас тут. Осколками персонажей. А Гвенпул. Наемник. Ну, здесь я открою все сразу же, ребят, сферы. Опять фигню какую-то подсунули. Так, тут снаряга у нас на синьку, да? Я так понимаю. И на тоже синька. А здесь у нас еще 6. Подожди, как? Сколько капсул стоит? Давай, ребят, наверное, одну капсулу попробуем открыть все-таки. Вдруг повезет. 20. Лучше бы мне дали бы 180, как там. Ну, 180, наверное,
Супер-пупер рекорд. 180. Так, одна сфера на деньги. Как всегда, я в этом плане невезуч. До 10 сколько выбран в персонажей? Давай посмотрим. Так, смерть пул. Фрост. Эмочка. Так, ну это уже у нас полностью прокачано. И красный страж. Категория 14. Все, да? Сейчас еще раз проверю, все или не все. Да, тут больше у нас ничего абсолютно нет. Единственное, что вот тут заберем. Вот это вот. Такс, психопат, выиграй осколки Карнейша. Еще одну женевку выполнили. Даже не выполнили, просто награду не забрали. Так, ну что, пойдем участвовать в рейдах. Тут рейд 85, ребят, ну для меня он сложновато, я его не смогу одолеть. Ну здесь давай побегаем. 50 у нас, да, 50 энергии. Как раз так, Танос, ты как-то вот не в тему сюда влез, если честно. И ты тоже сюда не в тему влезла. И этот тем более здесь не нужен. Но обычно против этой команды мало кто, ребята, устоит здесь. По крайней мере, так, эбеновый зуб до 7 звезд. Хотя это получило немножко звездюлей. Так, вот этого убираем. Поставим вот так. Ну, в принципе, должны выиграть. Черт, как так долго, а? Ну, потому что, ребята, две игры у меня она сейчас на рендеринге стоят, поэтому так вот долго получается. Я не помню, давай 2 и 3. Блин, немножко не ту команду взял. Ну, давай посмотрим. Тут, в принципе, большинство из шестерки зловещей. Да. Так, теперь с гравитоном. У нас еще две попытки. Ауч! Надо было поменять. Там у нас была спасительница плюс железный человек был. Надо было их поменять. Ага, я так и думал. Лопухнулся. Вот кого надо было ставить-то. Эта команда порвет. Там, где есть спасительница, это уже хорошо, ребят. Так, ну все, я баллы потратил. Все очки, которые у меня были. Забираем. 4000, 2000, ну, то есть 1-2 сферы. Так, содержит уникальные, блин. Что тут уникального, вообще не вижу, ребят, ничего. Так, а тут у нас оружейная сфера 14 уровня. Полная фигня. Что у нас тут еще? Сейчас тут в рейдах, это 3 рейда она будет. Ну, в принципе. В принципе, друзья, все. В этих я по-прежнему не могу выступать, у меня нет персонажей. Так, вот здесь вот можно, знаешь, что сделать? Вот это вот. Повезет, не повезет? Это уже дубликат, ребят.
Он у меня уже давно-давно имеет 7-ю звезду, так что... Он просто ждет своего времени на прокачку, и все. Так, кстати, у нас 114, да? Мы сейчас глянем, могу ли я кого-нибудь из соточки поднять? Нет, тут 150. Тут 150. Блин, гоблина. Гоблина мне, ребята, нужно, вот, чтобы у меня была команда полностью. Новая команда. Зловещие шестерки. Мне не хватает только гоблина. В принципе, ящер есть, робот есть. Кто там у них еще? Этот, блин. Полулев, блин, полутигр. Есть охотник этот? Да? По наградам, если посмотреть, этап. Сотка нужна. Чтобы его открыть. Здесь, ребята, дальше не прошел. Как остановился, так и остановился вот здесь вот. Все. Вот на этом событии меня превращает в мясо. А, тут... Нет, ребята, тут не на этом. Мне рыцарь пустоты как раз и нужен. Меня не пускают дальше. Без него меня дальше не пускают. Причем его не дают, дают Гвен. Вот это вот. А тот персонаж, который мне нужен, его... Нет, его не дают. В эпике... Вот я как бы сейчас встал, ребята, именно на прокачке. Потому что в эпике... Вот, 3. Значит, нам нужен Кейдж еще. Это, видишь, категория 15. И... Офигеть, сколько тебе качать. Ну, то есть надо Кейджа прокачивать, получается. Чтобы у него была 15 категория. Да он, в принципе, готов. Ему нужно только поднять уровень. Так он уже, грубо говоря, ну... Готов и ждет своего момента. Ну что, друзья мои, по-моему, все. Больше я здесь сделать ничего не могу. Да. Но самое главное, что я открыл этих двух персонажей. И теперь буду их потихонечку. А, нифига у нас тут. Нормально. Корк. 4 звезды. Высота. Это команда Пимтех. Имеет 3 звезды. Ночной змей. 2 звездочки, да? Я даже, друзья мои, сам не знал, что у меня столько персонажей, которые... О, существо. Из фантастической четверки, да? 6 звезд. Так, кто-нибудь еще хочет у меня получить высокий ранг? Ну вот, Крейвен охотник, я ему говорю. Вот все есть, кроме гоблина. Так, Веном, а у тебя что здесь? Порча? И кувалда. А ты хочешь? Нет. Не хочет. Думал ранг повысить. Хочет, но нет. Так, подожди-ка. Мистерио, давай немножечко тебя хоть качнем, что ли. Все равно там нужна категория 15 на шмотке. Тут только уровень, да? В общем, получается Мистерио и Люк Кейдж. Их прокачиваем по шмоту, и тогда у нас, в принципе, ребят, событие продолжается. То есть мы дальше можем
там продвигаться опять до какого-нибудь тупика. Но сейчас вроде бы как все, ребят. Больше ничего я здесь не сделаю. Да. Предлагаю, наверное, на этом ребята, и закругляться. Потому что ничего все равно здесь сделать не смогу. И выступить не смогу. Что тут у нас в налете? Что ты мне показываешь-то? Со своими сферами. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.